Салют, друзья, с вами Татар Гейм. Сегодня мы с вами опять же играем в Last Island of Survival. Я так думаю, вы и так поняли, да? Вот. Короче, у нас сегодня рубрика «Топ-дом». Нам предоставил этот домик игрок по имени Данил. Ну вот, это его никнейм в игре. Не буду даже читать, заморачиваться. Вот. Это молодой парнишка, не знаю, наверное, лет 9, может 10, может 11. Вот. В общем, он предоставил, да, нам домик поснимать, посмотреть, что да как. Вот, потому что я как-то сам свой дом, да, снимал и предлагал, естественно, ребят, типа, пишите, кто хочет. Вот, я обязательно приду на ваш сервер и сниму. Ну, вот меня, короче, парень пригласил. Естественно, я вам сервер не скажу, на котором он играет. Также он мне предоставил броню. Если кто хочет такой же дом, как у Данила, я в описании оставлю ссылку на его Discord. Вот, и, естественно, можете ему написать и попросить, чтобы он вам построил домик. Также, да, в описании будет ссылка на мою группу в ВК, ссылка на группу в Discord и, естественно, мой личный Discord. Если что, пишите, да, кто хочет, чтобы я снял их дом. Если вы играете кланом, либо вы одиночка, неважно, да, абсолютно, я сниму, конечно же, если у вас есть желание. Вот. В принципе, да, всем спасибо за подписки, всем спасибо за комментарии, также за лайки. Ребят, вы у меня самые лучшие зрители. Не знаю, как у других там на канале, вы у меня самые лучшие. Вот, спасибо всем. Итак, давайте смотреть все-таки дом, да? Так, ну что у него здесь? Так, ну тут шкаф, деревянные стеночки. Шучу. Вот это, короче, домина. Смотрите, да, она просто в экран не влазит. Вот, это, короче, надо панорамно все делать. Давайте мы сейчас вот так вот обойдем, с той стороны посмотрим. Отсюда. Вот так вот, смотрите. Короче, парень старался. Ну, понятное дело, да, это не стандарт. Вот. Ну, как бы, как и сервис, так и дом. Он даже, видите, немножечко не прогружается. Почему-то. Я когда ближе подхожу, он начинает прогружаться. Короче, у парня здесь вообще, короче, крутяк. Вот такой дом, да, но вокруг мы его не будем обходить, там ничего интересного, там, в принципе, все то же самое. Вот, посмотрите, какой он, мазафака, длинный просто. Также, да, Данил сказал, если, ребят, мы наберем 30 лайков, он доработает этот дом, черт возьми. Что тут еще можно доработать, я даже не представляю. Поэтому, ребятки, давайте поддержим парня. Может, это, скорее всего, будет будущий архитектор, дай бог. Вот. И будет нам такие в реале, да, строить дома. Поэтому давайте парня поддержим, вот, чтобы он дальше продолжал, так сказать, ваять такие здания огромные. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри, ну, как он говорит, да, немножечко недостроено. Немножечко недостроено еще, да, то есть, как бы, все сделал, да, но вот в центре не доделал. Это он там что, суицид, что ли, решил устроить? Вот, поэтому, тихо, тихо. Поэтому давайте, ребята, парня поддержим. Может, реально, да, человек пойдет в институт, да, на архитектора учиться. В общем, у парня здесь печек, и печек на самом деле здесь дофига. Очень, очень много, просто катастрофа какая-то. Так, давайте, может, у него водичка есть, я что-то умираю, походу. Он решил свой дом взорвать. Так, ну здесь у него спальня, как видите. Вот, парень обустроил. Оказывается, да, кровати, в общем, по-моему, я как понял, как он объяснил, быстрее восстанавливается, да, то есть, когда тебя, допустим, два раза подряд убили. Так, ну что, дальше идем. Смотрите, здесь также печки. Ну, в принципе, похоже, что-то, как и у меня, дом был. Ну вот. Короче, он говорит, за час построил буквально. Вот сколько он потом это все улучшал, неизвестно. Вот, ну здесь, естественно, шкаф, лутовая. В принципе, да. Ну, понятно, да, что там в ящиках, лут. Вот, открою вам секрет. Там лут. Ну что, идем дальше. Вот такая у него печная, да, тут, в принципе, в круг она сделана. То есть есть центр, да, здания, и в этом центре везде печки.
Так, где-то здесь, короче, я запутался, если честно, когда первый раз смотрел. Так, подождите, по-моему, с этой стороны, да? Блин, ну подожди ты, не торопись. Вот, вот так вот мы, короче, поднимаемся наверх. Здесь, если я не ошибаюсь, второй этаж, в общем, пустой. Но опять же, ребят, если мы наберем 30 лайков, Данил сказал нам, достроит. Я думаю, он сможет, ребят, давайте лайками поддержим. Слушайте, он меня взорвать хочет. Какой-то, для чего он меня позвал? Это что, фильм «Пила», что ли? Блин, я не пойму, что он хочет сделать. Типа, а теперь началась игра, да? Или как там правильно в фильме было? А, да начнется игра, да? Что, прикалываешься, что ли? Ну и шуточки. Так, вот здесь у него, короче, тоже печки стоят. То есть пацану не хватило внизу печек, да? На первом этаже. Он еще вот сюда зафигачил печки. Что-нибудь в них есть? Нет. Вот, также, да, здесь третий этаж тоже он чем-то будет застраивать. Я не знаю, представьте, здесь все будет в печках. Это капец, катастрофа, да? Это будет катастрофа для тех, кто против него пойдет играть. Вот, также у человечка тут несколько базук, по оружию там у него полный фул, короче, все есть. Так, слушайте, а здесь ему придется самому открывать, чтобы я пароль вам не спалил. Он поменял пароли, что ли? Так, короче, это четвертый этаж, ребят, и это уже обстрелочный. Он сам себя взорвет, либо меня сейчас взорвет, я так понимаю. Вот, вот такая вот большая обстрелочная у него. Также, да, с выходом на крышу. В принципе, очень интересно, на самом деле. Единственное, да, что вот буферах не хватает. То есть, ему вот куда-то вот сюда вот начнут прорываться ребзики, и все, а там открыто. Ну, просто реально парень торопился, строил. Вот. Ну, и, естественно, он сказал... Если вам, ребят, понравится его дом, наберем 30 лайков, то, соответственно, он за выходные улучшит дом. То есть он тут хочет еще турельки, короче, понаставить, как я понял. В общем, у парня, короче, у него много еще идей, как можно доработать дом, как можно улучшить дом. Ну и вот, в принципе, мы на крыше. А этот люк куда? А, я понял. Там возле выхода, да? Где мы, в принципе, поднимались. Вот еще люк. У меня вопрос, да, почему вот с этой стороны у него люков нету? Тут я думал, он спрыгнул. Я думал, короче, парнишка спрыгнул просто. Вот. Ну, короче, вот такой вот интересный домик, на самом деле. Ребят, если у вас есть какие-то свои дома, да, вы кланом что-то строите... Приглашайте в гости, я к вам обязательно приду и сниму ваш домик. Вот. Также сегодня, да, я планирую, конечно же, еще один, да, домик снять. Там ребята позвали, там прям кланом играют. Ну вот. Но там, короче, с вертолетной, как я понял, площадкой, с вертолетом. И еще ребят сказали мне, меня там ждет сюрприз. Вот. Ну, Вайт, короче, если ты смотришь, я иду к тебе в гости. Вот. То есть ник в Дискорде у человека Вайт, он у нас есть в группе. Вот, хороший малый. Да, в принципе, все хорошие. Реально, все молодцы, все ставят лайки, все пишут комментарии. Блин, просто чума какая-то. Все подписываются. Что это? Так, перезарядочка. Чик. А что, нету, да, чтобы переключилось на одиночку там? Вот это плохо, да? Допустим, я хочу сейчас на одиночке пострелять, бах. А не могу. Так, ну-ка, лежа, интересно, отдача меньше, кстати. Я не знаю, что у меня за пушка. 5000 патриков. Винтовка М2, М4. И винтовочка М4. Стоять. В смысле, я лежа не могу включить прицел? Серьезно? Да нахер вам нужен тогда?
Ну-ка, сидя, главное, могу, да? Короче, сидя такая же отдача на самом деле, как и стоя. Вот лежа бы и, наверное, как-то компенсировало прям. Но прицел не включается. Ребята, давайте пожалуемся разработчикам. Где прицел, блин, лежа? Ерунда, короче, какая-то. Ну вот, ребят, давайте, короче, прожимаем все лайки. Кто еще не подписался, обязательно, ребят, подписываемся. Прожимаем колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Обязательно всем ставить колокольчик, ребята. Ну и, соответственно, можете написать, да, в комментариях просто там Даня молодец, либо там Данила красавчик, там так держать. Вот. Ну реально там парню что-то, ну до 10 лет, мне кажется. Вот мы с ним буквально минут 5 пообщались, 10. Вот. И по голосу, да, то есть мальчишки, короче, ну что-то в пределах вот этого возраста, вот, может быть чуть постарше, я не исключаю, вот, но то, что он в школе учится, это я понял, да, потому что он говорит, типа, мне уроки надо делать, вот, ох, эти уроки, я бы тоже, если честно, уроки бы поделал, в школу бы походил вместо этой работы, вот, также бы сидел бы, играл бы, записывал вам, ребят, вот, поэтому давайте поддержим. Пацана реально может вырастет хороший архитектор, либо конструктор, либо же инженер какой-нибудь, да. Не будем губить пацану, короче, с молоту его будущее. Все, ребят, спасибо за просмотр. Всем пока-пока.